Грейс, я подарком закрыла. Всем привет! Нет, это не глюк Ютуба, это реально я, реально в таком формате. С Новым годом! Как бы Новый год, новый формат, ну, так себе новый. Сегодня будем распаковывать мои новогодние подарки, потому что мои подписчики проголосовали, чтобы я их распаковала на видео. Поэтому, welcome! Если что, ссылки на все мои соцсети есть в описании под роликом, поэтому да. Очень сильно надеюсь, что освещение будет хорошим, потому что если оно будет нехорошим, то это будет плохо. Ну, логично. Что ж, давайте начнем, наверное, с самого пустого подарка. Вот такого-то, такой. И здесь у нас торчит адвент-календарь. Я открыла адвент-календарь, я его покоцала и открыла случайно число 3, поэтому давайте начнем с третьей карточки. У нас тут вот такая вот. Нам попалась, я не знаю, видно, на всякий случай сделаю так, как блогеры делают. Птичка. Вкусная птичка. В числе 2 у нас Дед Мороз. Все остальное всем заказом. Есть на камеру, вообще. Это не я. Тут есть пакет в пакете. А также конфетки. Видно, не видно? А я еще видно. И тут у нас... О, магад! Серебро. Тут серебряные сережки. Божечки, они... Вау. Просто ваушные. Правда, есть одно но. Моей сестре... Подарили такой же адвент-календарь, две пары сережек, а также большой набор Play-Doh. Что подарили мне? Адвент-календарь и одну пару сережек. Я не расстроена. Второй подарочек это вот такой вот он. Помялся очень сильно. И здесь очень много всего. Я вот так вот могу показать. Итак, первое, что я хочу достать. Носочки. Офигеть. Огромные зимние носки. Но, к сожалению, с нашими зимами у нас сейчас за окном 14 градусов. Зато в начале декабря и в ноябре было минус 12, минус 13, минус 14. Дальше у нас идет, о май гад, формочки для выпечки, ребят. Я очень давно хотела формочки для выпечки. Правда, тут формы насекомых разных. Я очень люблю делать свою любимую десерт шоколадный фондан. Кто знает, что это такое, то... Привет! Пишите в комментариях, если его тоже любите. Офигенно, просто десертик. Вот. Ну, я люблю готовить. Мне просто лень. Вот. Дальше у нас там... Еда! Дрозе. Короче, это фейковый M&M's. А также, о май гад, набор сделай кристаллы сама новогодний. Вот такой вот. 4+. Мне нельзя это распаковывать. Дальше у нас все. Ну, что я могу сказать? Топовые подарочки. Топовые. Потому что на этот Новый год я просила только у мамы подарки. Вот. Остальные мне наугад дарили, как бы. И последний подарок, который у меня остался, он самый... Доброе утро. А вы всю распаковку пропускаете. Давайте посмотрим, что здесь есть. Итак. Первое, это не еда, это бенгальские огни. Я хотела начать это видео с бенгальских огней, но если я начну, то я тут все сожгу. Поэтому две фрутеллы, такие две огромные полосочки. Это Орео со вкусом клубники. Ну, честно скажу, я не фанатка Орео со вкусом клубники, но Орео обычное я просто нереально обожаю, особенно с молоком. Помадка сливочная, без пальмового масла. Короче, какие-то штуки непонятные. Я думаю, что вы хотите посмотреть, что там, как и я. Такие вот штучки. Вы хотите, чтобы я попробовала? Напишите в комментариях, если они будут открыты.
тут есть молочная шоколадка или шоколадки, я не знаю, вот такая вот. Вот мой первый рай, я обожаю M&M's, а тут еще большая упаковка. А также две пачки Skittles. Мне сейчас мой папа будет завидовать, потому что он любит Skittles. Я тоже люблю Skittles. Baby Fox. А здесь мне будут завидовать мои одноклассники. Полосатый какой-то. Я вообще не видела ни разу такие штуки. Тут 12 кубиков. Вообще, тут написано, что можно с молоком его есть. Звучит как вызов. Тут написано, что внутри наклейка. Ребят, давай, я хочу наклейку. Круто выглядит. Там внутри наклейка. Вот она. Вот. И тут можно собрать всю коллекцию. Вот. И мне какой-то крутой чел попался. Ну, лис крутой. Вот такая штука. Я не знаю, что это, но это какие-то подушечки, видимо, с шоколадом в консервной банке. Я хочу это открыть. Я говорю, в консервной банке. О, май гад, ребят. Тут вот такие вот подушечки. Мне еще корона, что ли? Мне нравится. А как теперь закрыть? Это все. Еда закончилась. Но начала это видео снимать. Я так понимаю, я его сниму, потому что подписчики голосуют за да. Я хочу открыть вот этот подарок, потому что я знаю, что там. И я очень сильно хочу посмотреть, что за книги там меня ждут, потому что я скинула маме огромный список с книгами, которые я хочу. И, собственно, сейчас мы распакуем. Ага, три штуки, да? Я видела, как они на шкафу лежали вообще целый месяц. Ребят, Мэнфикс. Эти все книги про кинологию, потому что я очень сильно люблю собак. У меня есть собака, как вы заметили. И я вижу тут книгу, которую мама мне не хотела дарить. Она сказала, последи очередь, что мне как бы. Это от русского как бы блогера книжка. Вот. И поэтому, о божечки, смотрите, какие они красивые. Одна открыта, потому что ну, я ее как бы забирала с Wildberries, как бы. О, такие вот три книжечки. Мне пришли, вот такие вот мне подарили. Качество ужасное, я говорю, 2 часа ночи. Я только приехала с празднования. Божечки, я их очень сильно хотела, честно вам скажу. Видно? Всем спасибо большое за просмотр. Что вам такой формат понравился, пишите в комментариях. Он, конечно же, не зайдет никому, скорее всего. Ну, именно YouTube его не будет продвигать, потому что это не Roblox. Зачем такое продвигать? С Новым годом! Вот.